Посмотрите в окно. Весна. 1 марта 2022 года. Наконец она пришла. Были стужи, вьюги, страшные холода. Я мерзла даже под двумя одеялами. Приходилось включать плитку. Я рада очень, что мы дождались весны. Дорогие друзья, на свете творится хаос. И хотелось бы с приходом весны, чтобы все уладилось, чтобы все пришли к единому консенсусу жить в мире, в согласии, в братстве, не на бумажке, не в лозунгах, а по-настоящему. Ужас, Ксим. Ну что опять залез, а? Девчонки, я никогда котов не держала здесь, вот на квартире. И вы знаете, я пришла с компьютера, думаю, что там шарахать на кухне? Посмотрите, я стала его в окно выкидывать, выталкивать. Он меня цапнул за руку, но я его погладила. А посмотрите, он теперь хвостиком туда-сюда машет. Барсик, ты чего, а? Что, скажи, что случилось? Ты как, заблудился адресом? Надо ж, красавчик какой. Куся, если ты меня укусишь, сейчас не знаю, что сделаю. А? Что? Давай я погладлю, я боюсь. Ну, давай. Давай, давай. Кся, кся. Иди домой, давай, а то тебя ищут. Иди. Иди домой. Брысь. Иди домой. Иди. Брысь. Уходи. Не хочет уходить. Если ты мальчик, то живи. Мне нужен защитник. Барсик нужен. А если ты девочка, уходи. Будешь же ей сражать. Нищету разводить. Чё? Ой, вернулся. Вернулся или вернулась? Ты где там? Угу. Иди домой, а. Иди домой. Иди. Пошли, я тебя на улицу выкину. Ой, девчата, боюсь его на руки взять. Ты мальчик или девочка? По хвосту можно угадать или нет? Пойдем. Кс-кс-кс-кс-кс. Давайте положим. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну давай, ксё-ксё. Ласковый такой, да? Ласковый. Да меня ж там. Ну давай. Ну хватит кошки-мышки играть, а? Давай выходи. Куда ты идешь? Ну, покара. Не могу никак выдворить. Квартирант мне здесь нашелся. Давай выходи. Кусочек мяса надо. Поймаю никак, а? Кс-кс-кс-кс. Кельба. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс. Кс-кс-кс. Ну что за догонялки такие, а? Брысь! Уходи! Уходи! Уходи, сказала! Уходи! 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 Иди! Иди отсюда! Чем бы оттолкнуть, а? Девчонки, чем... Ну и вот эта битва закончилась тем, что он меня ранил, всю поцарапал, напугал. Пришлось даже вот перевязку сделать. Эта резиночка пригодилась. Вы представляете, вот так вот наглым образом... чужую квартиру через форточку. И кот не худой. Чувствуется, что вот он как борчонок. Ухоженный весь. Залез. А я сижу там в мастерской. А он здесь шмон наводит. Я аж перепугалась. А представьте, вот ночью. Я несколько раз и ночью оставляла форточку закрытой. Ну, представьте, вот зайдет. Еще в мою мастерскую, если я бывает, задремала. Я могу и вечером задремать, и в обед задремать, потому что я часами сижу у компьютера. Так я ж могу с ума сойти. Так что, девчонки, будьте осторожны. Рыжие джигиты могут вам нервы пощекотать. Вот. Байдамат раненая. И вы все видели, кто виновник. Я подаю в суд на этого рыжего сорванца. А вы все свидетели. Я вас позову на суд. Желаю вам улыбок. Спасибо, если улыбаетесь. Что делать? Жизнь такая. Смех и слезы всегда рядом, как две сестры.
До свидания. Ну, короче, все, байдемат. 1 марта 2022 года. 21 час 21 минута. Идет дождь. Первый дождь 1 марта. Весенний дождь. Пусть будет на радость.